И на очереди «Мелочи жизни». Рубрика о казусах и курьезах коммунальной жизни города. Смотрите прямо сейчас в нашем эфире. Что и говорить, улицу Карла Маркса действительно в этом году ожидают глобальные изменения. Причем коснулись они не только пешеходно-проезжей части, они еще и коснулись дворовых территорий, домов, расположенных как раз по улице Карла Маркса, как, например, эта четырехэтажка. Здесь вовсю идут работы, причем даже в выходные. Подрядчик благоустраивает двор, организуя здесь правильный тротуар. Теперь он будет в асфальтовом исполнении, и ходить по нему будет безопасно. Конечно, многие сетуют на то, что парковочных мест во дворе таким образом станет меньше. Однако конкретно с этим домом ситуация решаема, благодаря тому, что по соседству есть большая парковка автотранспорта. Хотя, с другой стороны, детям и пожилым будет гораздо приятнее передвигаться по ровным новым пешеходным дорожкам и пользоваться лавочками возле подъездов. Поживем, увидим, как все получится на самом деле. Возвращаясь к теме безопасности дорожного движения, а точнее, наверное, не движения, ведь это место возле городской поликлиники ранним утром действительно забито транспортом, который пациенты оставляют возле стен городской поликлиники. Так вот, дорожный знак этот мы показывали уже не один раз в нашей рубрике «Мелочи жизни». Дело в том, что знак, установленный прямо-таки возле стоянки автомобилей, развернут, причем очень основательно. Он смотрит прямиком в окна поликлиники. Для чего это врачам или пациентам непонятно. Скорее всего, виной всему водители, которые решили все-таки парковаться прямо у ворот. Ведь знак, а мы сейчас посмотрим, на самом деле запрещает здесь даже остановку, не то чтобы стоянку. А получается, если знак не видно, значит и правила можно не соблюдать. Очень жаль, что за такое длительное время этот знак таки не вернули и не установили правильно, ведь он свои функции практически не выполняет. А зря. Ведь в какой-то момент перекрытые ворота могут оказаться решающим фактором. Ну и напоследок еще одна довольно-таки важная мелочь, не заметив которую на дороге автомобилистам придется не сладко. Сейчас речь идет вот об этом канализационном люке, установленном на улице Пролетарской. Он попросту расколот. Если присмотреться внимательнее, то, судя по всему, кто-то уже проехал по этой разбитой крышке. Как можно было разломать чугунную, наверное, все-таки чугунная, да, крышку люка становится непонятным, но все же факт есть факт. Ходить здесь и уж тем более ездить опасно. Причем это место никоим образом не загорожено. Поэтому, уважаемые кунгурики, водители и пешеходы, будьте аккуратны. Здесь есть выход с тротуара, здесь также проезжают автомобили. Легко попасть в яму и нелегко потом отсудить ущерб.